Суд удовлетворил требования администрации города о сносе незаконных высоток. Комплекс был построен в 2015 году и получил название «Грин Хоста». С момента начала строительства администрация судилась с застройщиком, при этом он продолжал надстраивать этажи и продавать квартиры, зная, что зданиям грозит снос. Более того, он не подключил дома к сетям водоснабжения и водоотведения. Было только подключение на время строительства. Жилой комплекс Грин Хоста, там не только отсутствует легитимное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, там также нет подключения к системам пожаротушения. Поэтому этот дом небезопасен во всех смыслах, в том числе и с точки зрения тушения пожаров. Очередная административная проверка заставила застройщика явиться в суд в третий раз. Теперь закон встал на сторону мэрии. Местные жители одобряют позицию властей, которые активно борются с самоволками. Хостинцы недовольны, что очередная новостройка тяжким бременем ложится на общие коммуникации. 45 лет назад были построены дома. Потому что там же и канализация проходит, и электросети проходят, и все это рвется, все это ломается. А мы за счет своих денег потом это должны восстанавливать. Может, от того, что вот действительно экономят, не смотрят на такие нюансы. Хотя сразу нужно смотреть, где разрешение на строительство, где документы, какой застройщик, какая его история, как он работает и прочее. Вот. И если все это сомнительно, просто нужно отказываться от покупки и искать нормальное жилье. Но там, где все по закону, квадратный метр, конечно, дороже. В итоге люди рискуют и покупают подозрительно дешевое жилье, тем самым вообще лишаются средств. На земельном участке садового товарищества «Сутугинское» в Хосте разрешение было только на 3 этажа, а застройщик в данном случае возвел 14. Нарушил правила землепользования и застройки и обманул покупателей. Теперь он осужден, а объект подлежит сносу. Дальше администрация понуждает гражданина Гордейчука к тому, чтобы он исполнил свое решение суда, которое вынесено о сносе. Для этого заявлено исковое заявление об изъятии земельного участка, взыскана судебная неустойка с гражданина Гордейчука, которая взыскивается с него ежедневно, вплоть до того момента, пока не будет произведен фактический снос объекта. В Сочи в плане на снос 54 дома. Это объекты, признанные судом незаконными. Но от них не факт, что все они будут снесены. На прошлой неделе мэр Сочи встретился с обманутыми покупателями и было принято решение по каждому проблемному дому создать отдельную рабочую группу. Возможно, те дома, которые уже заселены, обследованы специальной комиссией и соответствуют нормам противопожарной и сейсмической безопасности, смогут избежать сноса, но вряд ли этот комплекс войдет в их число. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.